Эти кадры уже видела вся страна. Дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов в плену у боевиков. Его поставили на колени, но заставить изменить присяги не смогли. Скажи, скажи этим. А ты их там скажи. Что сказать? Чтобы не работали. Что? Работайте, братья, что? Когда я смотрел этот ролик, у меня в груди защемило. То есть это, несомненно, был геройский поступок. Хотя он знал, что даже несмотря на то, что он сказал эти слова, он знал, что его все равно убьют. Поступок Магомеда Нурбагандова стал примером для всех российских полицейских. Самарские коллеги почтили память героя минутой молчания. На торжественном построении сотрудники полиции и общественники. Акция памяти проходит в Ленинском районе города. В боевых действиях это одно дело, когда человек с оружием, защищаясь, и может какой-то совершить поступок, да? Здесь же человек неожиданно был захвачен в плен, но честь свою и присягу, которую он давал в служении Родине, он не опозорил. И даже больше того, он призвал всех практически бороться с этим бандитизмом. Слова героя России Нурбагандова «Работайте, братья» стали девизом сотрудников полиции, с которым они каждый день будут выходить на службу. Последние слова Магомеда Нурбагандова теперь на наклейках. В Самаре их напечатали более 1000 экземпляров. Такие выпускают по всей стране, расклеивают на патрульные машины. Как напутствие ныне работающим полицейским. Алина Чемерис, Станислав Левин, «События».